гостях. Именно поэтому мы лучшая сатарана в мире. И я должен быть мировым лидером. Этот чел никогда не заткнется. Я прав? А! Какого черта? Квадрат? Ха, для тебя доктор Квадрат, а ты должна быть мистер Сферический. Просто хочу, чтобы ты знал, что... Что бы ты ни делал, ты не успеешь вовремя остановить мой... Портальный натор! Это типа приглашение или... Нет-нет, я... Я просто злой, бро! Прошу, не пытайся найти мое злодейское логово, лады? Да я вообще не знаю, где оно. Просто иди в южный квартал и затем поверни направо. Иди строго вперед, ты увидишь ресторан с гигантским пончиком. Пончик, понял. Я здесь, не ждал тупоугольный. Да какого дьявола, чувак? Ты просто приходишь грабить чужие стены? Да просто герои всегда так делают. У меня для этого есть пивной звонок. Ладно, больше не повторится. Это дикость, чувак. Просто успокойся. В любом случае, почему ты здесь? Ты сам сказал прийти. Что ж ты опоздал? Портальный натор загажен. Прощай, сферический! И что дальше? Какого я такой идеально круглый? Где мой рот? Черт! Этот квадрат убил меня? Что он там говорил? Портальный натор? Видимо, это всего лишь иной мир, где объемы реальны. Почему ты такой мелкий? И почему говоришь через текст? И... А, стой. Может, я тоже так могу? Так, попробуем. Какого ху? На связи мистер Сферический. Хотите узнать, что будет дальше? Переходите на канал ПВА, подпишитесь, наслаждайтесь продолжением и передайте привет от нас. Ну а также, если вы не подписаны на наш канал, то надо это исправлять. И увидимся.